горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто жесткий пэт. Надо было себе такого же вызвать. Не подумал. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Тебе зачем? Ну, это чест. Ну, если это анхолик, тогда у него ноги офсетовым идут. Ну, у меня два варианта. Либо вот этот, грубо говоря, либо этот девятый. Будь, покажи, что с ноги. Не, ну, плюс и край, конечно. Это чё? Что у нас тут? А, это, наверное, вар захочет. Да. Не, Кинроки ворвался. Единственный рог. Не, у нас двое рог. 1.87. А, Нарзик пришел, точно. Не, там это ж паролу пук ролит, поэтому... Ну да, 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 там паролу. И давайте трофей. А, так они есть у этого, у Нарзика, да. Ой, 90, 99 кару. Ну, собирай кару. Ну, куда у нас фейка делась? Ебать, две шмотки зарядить. Я тут. Опять рыбка стоит под валком. А танчит нас Исполин с Фиксиком. Оптикс, давай. Оптикс и Расмус, давайте оба в танка. Будете сферки ловить. А, ребафните рыбу. Вы берете белую и, ну, и бегаете возле рейда. Дрон, там его не пойдем? Да черт его знает. Пойти можно, 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 но долго. Так долго, а что делать по Расмусу? А, смотри, вот видишь, где печенька? Рейд, встаньте в одну точку. Да подожди, может, вот давай... Встать. А зачем нам два танка, чтобы ловило? Одного достаточно? Нет? Да у нас хила на одного меньше. Ну ладно. Да здесь просто типа кучно все стоят, холи палки. Давайте в кучу все, давайте встаньте. Вот, видишь, где печенька? Рейд стоит здесь. Если на рейде черная метка, значит ты бегаешь с белой. А если в рейд прилетит эта сферка белая, она нанесет урон. Но вот так ты с белой сферкой, тебе она не нанесет урон. Поэтому ты просто бегаешь вот так вот из стороны в сторону и дефаешь вот все, что летит в рейд. Черные не лови, черные для рейда — это хорошо. Если мы поменяли, ты тоже поменял. С другой стороны бегает оптикс, то же самое делает. Что это такое? Так, я стою здесь, да? Значит, я беру белую. Да, 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 ты пишешь белую. Давайте оптикс слева от рейда, справа от рейда. Расмус слева от рейда сейчас. На белой у нас черепок, на черной у нас луна. Берем черепочек. Смело, значит, я беру черную? Боже мой, Расмус. Давай. Нет, Любую бери, Расмус, какая разница, ты в танке. Да, ну белую лучше, конечно. Не убьет тебя. Да понятно, что не убьет. Да, блин, спех не его в ретрика, он сейчас наловит. Да, 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 я сейчас так и сделаю. Раз, если в ретрика, бери черную, да. Бери черную. Хотите, я половлю? Да не надо. Да не, я бы отловил. Просто сказал, что я слева, я и убежал сюда. Бери черную, вставай в топу. Да что, видишь белую сферку другого цвета, чем рейд, ловишь ее на себя. Только, ну, не там, где танки, потому что танки сами поймают, а просто сбоку. Со спины там почти ничего не летит.
скажет, что по ДБМ. Все, все готовы, да. Да, ДБМ, конечно. И просто у меня не показывает бой. А, 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Зачем ты с той стороны? Не, сбоку, сбоку, отряда. Там танки нас защищают. Света, поменяли цвет, поменяли цвет. Все светлую взяли. Играем в Уну. Оптик, ты сейчас ловишь черное. Белое не ловишь. Оптикс, Оптикс, возле нас, возле нас. Тебе нужно защитить рейд, а не просто собирать их. Переводим, нет? Да-да-да, пошли, пошли, пошли. Опять меня очень жестко лагает. Кар, ДПР. Убили. Крипов. Точно. Темный вал. Черную взяли. В череп играем. Геру. Конечно, Геру, что нам нужно бежать. Переводить будем? Да, 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 да. Карась умер. Сейчас, побежали. На нем СС. У меня СС есть. Да, смотри, чтобы не встать так под эти, по сверке. И вставай. Я вот и смотрю, да. Продолжаем играть. Играем там же. Вана. Так. Кару. Хорошо. Кару, залей карасю. А, спел. У меня есть. У меня есть. ГГ с ним по ману. Гимноману, плохие вот это. Идеальный тотем. Пьем Уну. Под конец только сбивайте, не сразу. Хочешь ДПС? Сбивайте. Опять перепишем. Да, нужно перевести. Что там, Крига не упала? Нет. Ботинки. Ботинки на игру упали, да. Танковская шина. Вкусно. Бля, чё у Нарзика за свечение? А, тьфу, господи. Не знаю, совет только. Он как раз. Не, может еще кому-то надо, может кто-то не в курсе? Да не, супер. Кому она нужна? Кто не в курсе, что ему надо? Что у нас там с шеей? Протест. Тебе, по идее, нужна она?
На мишку. Не, она хуже. На мишку она и мне нужна. Давайте на успех ее. Я уж думал, я сролил хоть что-то. А ты чего? Ты не вызвал. Не меняешь? Против Альянса не выстоять даже самым сильным прислужникам короля Лича. Все славьте наших героев. О, не меняешь. Пацаны пишут, что качественный контент — это и кони, и т.д. Понял. Кто пишет? А он в этом мир-чате. Типа от нас качественный контент, и кони, и т.д. Yeah. Это типа набор? Ага. Пацаны, я лева. Пойду качественный контент. Донт, я уже все это сделал, от меня. Уже ливнул? Что за ГП это? За чё они? Не-не-не, дом надо отменять, я перенёс. Я отменил. Король Лич понёс тяжёлую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесём удар по цитадели Ледяной Короны и разнесём в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Бля, еще контракт будет. Да я с тобой, мне тоже надо. Я престом пойду. А, я хантом. О, все, осталось 2 ДД. А кто? А, ты престом, ага, ну все. Я думал, ты хил. Короче, кто-то кто пропустил. Мы сейчас собираем пачку на бессмертного. 25 смельчаков, которые готовы забросить на Ксрамос. Ты хотел сказать 20, но 25 нахуя. Может, сделаем сегодня? Сделаем не еще сегодня. Горстку или гростку. Как когда? Ну, сейчас у людей желающих наберем списочек, а потом день какой-нибудь обозначим. Если кто-то хочет, просто мне в PM в 10 отпишите, я списочек веду. А мне это кому? Neverline. Понял. У нас 10. Вроде уже 10 там, да, наверное? Ну, для десятки 10 набралось. Ну, там просто люди, которые просто помогают, а для 25-ки 11 человек есть. Ну, скорее всего, в субботу выходной какой-то будет, да. Я сначала надеялся, что ты рофлишь. Нет. Если на субботу, то давайте днем хотя бы. Потому что вечером я бухой. Солидарен. В чем проблема? Это наша обычка. Нет, когда я бухой, я... дома не сижу. Так не, подожди, не знаю, был ты, да, пьян дома. Да. Ну, как обычно, я на даче просто тусую. Можешь на даче с ноутбуком, нормально. Не, я могу, конечно, но там вообще будет прикола. Да слушай, там просто Лгера, да? Невер, мы на бессмертного идем. Всё. В этом ты дело, но надо серьезно. Пьяный, бессмертный. Так попробуют состояние бессмертного. У тебя ноутбук его быстренько. Давай. У тебя там будет опыт. Типа сейчас, ну, супер сильный нерв, то есть там даже взрыв на Хагене не убивает. Хагене. Да, он просто отводится в другую сторону, и там под Герой убивается заряженный пачкой. Не, я не о том. Я говорю о том, что. Да я понял, что ты говоришь. Когда будет беготня, если у нас будет парочка сильных вердрушек, то рейд будет подниматься. Ну, и с ДЦ-шкой. Рейд будет подниматься до того, как слакеры сдохнут от взрыва. Этот, Вовбро, а ты получишь, если будешь пьяным, ты получишь бессмертный алкоголик. Только смотрите, мы сначала, типа, перед основным пулом 25-ки, мы разобьемся на 20-ки и пойдем проверим, насколько вы вообще помните, как бегать на Хагене. Да там не надо бегать, он убивается, типа, за... Так вот, с платформы просто ебнешь и все. Да. С 25-ки убьем его за Геру? Да не убьем. Невер, тогда получил от чего вечно молодого?
Слушай, у тебя если будет пачка 10 плюс все, там как бы нихуя делать. Там у нас мы убивали его за, ну, Геру и одну перебежку с ДПСом, где был один вар, 9к давал, и остальные 2-4. Ну, вообще-то у нас 10к только я даю. Ну, как бы, если... Отбор это в Наксрмаз от 2 до 4. Желательно от 4. Ну, да. Ну, от 6, блядь. 8, знаешь, как на этих, на ПВП-шных комплектах? От 6 до 6. Да, 6. Ну, там 8-то 6 вроде есть. Ну, мы там... 6-то 6 тоже возьмем. 30 минут отката, короче, спел, который носит 500 тысяч урона. Хуйня. Хуйня, да. Быстро хуйня, блядь. По-моему, нормально. Под напулом, блядь, дал 500к и пошел дальше. Don't void optics. Я тут. Так, а то у нас что по танкам? Ну что, фикси и спалин также. Все. Фикси на боссе? Точно так же. Один танк забирает на себя моба. Да. В смысле, как... Один танк забирает на себя одного моба, второй танк забирает на себя другого моба. Того, что Фикси забирает, я ставлю на него черепочек. Точнее, Фикси забирает того, на которого я поставлю черепочек. И его заливаем. Танчит босса Фикси, правильно? Танчит босса Фикси, верно. На этих сферах ты или я? Давай ты. Понятно. Да у нас три ретрика, вам не похуй? У вас сова есть, у нас сова даст рофол. Пизду. Вся сфера собьет. Ну и пускай сбивает. Не надо, не надо. Так, все готовы, ТБМ, давайте. Запускаем. 5, 4, только скажи заветы, 3 секунды. 3 секунды, 2, 2 секунды, 1. 1 секунда. Запускаем. Это, кстати, ДБМ перестал работать в этом чате. Это разные ДБМ просто. Это другой ДБМ, да. Разбил. А поставьте на него. На лужу там. Фикси. Ну, ты сказал, черепок поставишь. В лужу просто поставь. Он справа. Второго просто клеиваем. Спалин прожмись. По черепку больше. Почему он живет? Кастер, блядь. Я знаю вас, вы по-любому босса туннелите. Так сказал, как будто это плохо. Ничего хорошего. Фикси, вот это твой. Все убежали сюда. Потихоньку. Нет, добили мобов сначала. Беги. Как Карас уже ушел. Все остаемся со стороны на этой стороне. В смысле? С корабеем играем, не стесняемся. Не прыгай. Отойдите от меня и дайте боб. Кар, дай БР. Нет, без боба, заходи просто. Сюда. А, все нормально, сдали. Фикси, не берем его. Стаки там. Разбейте сверху одну. Я разбью. Остальные назад побежали. Сбоку разбиваю еще одну. Вылез. Видите? Разбил возле него просто? Разбил еще одну, да. Ну, которая там, у платформы. Платформа. Все сразу, кто у вас перефиксил. Залили ауешкой. Мобов и этого, и черепочек. Черепочек точно сыграли, просто пару кнопок дали в него. Yeah.
9 стаков на танках. Скрали мамбу. Может мастан дать? Я дал. Все, все, босс. Этого-то потом добьем. Убежали. Торфолу только не давайте. Там лоу-левельные летают. Лох, конечно, извиняюсь. У Рики дал одну. И у стены еще квадрат сделал. Пиздец, отлетело. Беги, малышка, беги! Да что за лаги, блядь? Лучше заходи. Да, он там появится тоже. 10 секунд? 10 секунд, да. Скорее всего, разобьется. Ну вот сюда можно подойти, вот эту лужу. Все, это уже лужу не разбивайте. Давайте в центр, там же где ворота. Где начинали, короче, туда же. Мобов под босса подвели. Отличный вопрос, нам хватает ДПС? Да. У нас же будет еще одна перефаска. По времени, по-моему, мы укладываемся. Ну, и типа все. Третья перефаска уже плохая. Хорошо, давайте Геру посадим, и все. 20% всего. Ну нет, сейчас тоже плохо давать Геру. Типа, если мы не успеваем, значит мы проебали Геру. Да, отыгрываем стандартом, все. Нет, если мы не успеваем, то у нас в любом случае мы не успеваем. Нет, ну придется третью сделать закапывание просто. Ну, через третье закапывание сыграем. Аскарас умер. Ну, протест Б Аскараса. Подними. Фу, рыбал дали? Да блядь. Добили мобу. Хорошо, сейчас он вылазит и сразу этот... Копателя не забрали, копатель меня вхерачил. Потом это обсудим. Но разбил. Достаточно. Беги, малышка, беги! Но я еще одну разбил на платформе. Так раз последнее. О! С бобом стоишь. Надо до 2 секундах. Боб будет? Нет, нет, разбивайте сферу, плевать. Ретаргет. Да все, тут уже есть. Дадите тут уже. Алло, кто там? Расмус. Бабл не поможет, поэтому... Успел. Добегать. Не успел. Слушай, ну я вот на льду почему-то умер, смотри. Ну ты вот прыгал. Тихо. Карас, спер, дал? Принял. Вылез. Ставьте. Вот сейчас первым. В мелизоны подошли, залили ОЕшка этих мелких. Черем. Мы по времени выкладываемся. Надо, чтобы с танком снять урон. Процент. Сейчас переведем. Не успели или успели, да, помощник? Успели. Все, добиваем оба. Рейд на 30, метки фулл хилл. Танка на фулл. Спал бинер, дайте. Протест. Нет, как раз поспал баунту бинер, дай. Угу.
Ниже меня держите. Ниже, ниже, ниже. Дайр. Высоко. Добер, все успеваем, нормально. Блять, после двери куплю себе нормальный, но вот это пиздец. Нахуй. Пол а нахуй двери, блять, смешно. Да блять, ремонт, блядь. Ах, блядь. Все, ГП мира мое. Смешно, давно уже, уже комп купил мы себе. Да, блядь, ремонт, куда? Блядь, не напоминаю. И, ипотека, ремонт, типа, блядь, ну, типа, не вывожу, у меня не хватает столько финансов на все подряд. На у него пойдем? Не, если ипотека, то уже ничего не говорю. Ну шо, народ, погнали нахуй. И, кстати, карася вы зря. Он там зашел на лужу, блядь, все нормально, на лед, блядь. Его убило. Да, он нет, он поздно зашел и в прыжке залетел туда. А в прыжке ты считаешься на точке, где ты отпрыгивал. Я смотрел просто. Части? Я просто смотрел по стриму, как раз Войт на него показывал, смотрел и видел, как он зашел, блядь, все. И прям в ней в луже, блядь, в этой умер. Ты у меня потрясла пику. Нет, я не буду ее собирать. Понял. Тебе лучше, ребят. Да, ГПшку мне быстрее. Так, 4 соточки. Блять, сколько? Нахуй я ее взял? Ой, а я ее еще себе отдал. Пиздец, бля, вот это, блядь, в натуре, блядь, акция. Ну все, оставляйте. Оставляйте. Охуенно. А, ботинки давайте. А что, а... Да, полетели на Оле, полетели, полетели, ставьте портал. Тараму ставьте. Флэш душит. Короче, у этого дашь, я пойду пока закуплю. О, ну это хорошо, хотя бы Вар хоть что-то выиграл себе. А Вар какой-то сатану, то кожа ролит, то латы ролит. Ну, ему латы, и то, и то подходит. Да, пускай определится. Ну, тут вару, латы и кожу, знаете, это все да. Идет. БДСМ. В чем прикол-то? Не бывает такого, чтобы вар был чисто в коже или чисто в латах. Они всегда и то носят. Конечно, крит обязательно. Это да. Ну, цвет кожи вся, знаете, остальное латы. Кольца кожи, ну не кожа, а агила. Угу. Листы. Кстати, что по ДПС у него? Виназия. Он, я так понял, вармся? Нормально домашний. Он второй, конечно. А вот вижу, 8800. Он топ-2 на... Ну это средний, на самом деле. Ну, с ГГВП они в целом нормально играют. Ну, он так себе. Дальше. Пока что. Он 233-й. А Игорь, да? Волк меня погнал, это... Да-да-да, он 33-й. Не, ну, 233-й, нормально. Плюс Валк дамажит. Don't. Я не совсем понял. А почему Исполин забрал, а не я? У меня выше привод. В спину. А, блин, точно, я еще пару дал. Да-да-да. А я это... Где уже? Звонил, что? Бля, это что такое? Я релог делаю. Смотрите меня, я сейчас с епашками. Исполин. То есть, кто там выиграл шею тогда у нас? Дрейд? Ой, какой шею? Плащ. Лайс Диер выиграл, получается, по приору. Приору? Да, все, забирай. Я тебе сдаю 150. Угу. А я со спалины снимаю. Угу. Да я что-то просто сплю уже. Понимаю. Просыпайся. Да, мужчина, Я у Невера глефу забрал и еще себе за это ГП отдал. А плащик у тебя или у спалина?
У меня. ГП мне дал. Нет себе. Оно оставляет нормально. Нет, спасибо. Ну, расскажи, ты даже лучше, чем ЕП. Да. Не, я хочу все-таки утонуть как-нибудь, когда-нибудь. Блядь, мне нужно, да, мне штаны остались до комплекта, и все. Нахуй в шоколаде. Остаются нонсеты. Какие штаны? Т4. У тебя же есть штаны? У меня сиськи есть. Ага. Ага. Ну да. Встретил Райза на острове погоды, блядь. Уже два молота скарали, блядь, 4 Т4. Чумачить не заплатишь. Деньги есть, ЕП не надо. Так в Этерналах, по-моему, консул, не? Или... А, у них Хаук. Даже не знаю даже. Аук. Не, ну если это... Ну, асгардовская братва-то, да, они там на ЕП Ауке сидят. Но я так понял, что там как раз-таки как эти асгарды сидят. Больше но я, ну, я так понял, мы по приору отдали, потому что за 2 КД полутать столько, это вообще немыслимо. Не, у них просто ИП АУК, скорее всего, и они просто, он, блядь, в нулину все бабки отдавал туда, и все. Ну, все, ИП да. Свой. Да, только он пришел туда ни с чем, а уже полутал молот и Т4 куда-то. Да, все вообще взяли, что он их не купил тут откуда вот конечно. Ну, если он на молоте, типа, он на острове погоды гуляет, типа, то есть, как вы думаете, он их не купил? Ну, не знаю, ну вот я не покупал, я также 31 лоялки, он 31 бегает. Какой? Донатер, получается. Кто, Райс? Конечно. Да и ты тоже. Я? Нет, что? У меня только голосов 4200. Ну ладно, он отмазался. Ну, и 320. Да, ты к ней. И 320 вложено, правда, но все равно. Все, вы все разролили, я могу кикать пуга. Да, вроде все. Почему вы кикать-то? Ну, мы не набирали. Он уже в инсте, типа, все такое. А он хочет, я не знаю. Да, пошел, значит, хочет, блядь. Просто ну, так чего? Пришел постоять. Да, мы... Unroll все, если что. Не, ну так что, типа, мы не набирали, типа, что его сейчас кидать, типа, если ему лут нужен. Ну, конец КДшки, на самом деле. Он нам не сыграет, погода. Так, стойте. Слушайте, они, оказывается, в инсте все сумуются. Ну, конечно. Какой вопрос? А вы не икону не собирали? Вот эти штуки, кому нужно именно на мейн-спек, там, типа... Мне нужно. Второй кусок или этот, на мейн-спек, я имею в виду, что который будет носить 4Т9. Я 2Т9. Мне на ФТК надо. Не-не-не-не, на офф это то же самое, что мне. Не-не-не, я... Я типа говорю, типа, есть AirDru, AirDru или этот, Rhetoric? Подожди, нет, я вам не... Рос, на ФДК тоже Т9. Т4 на ФДК говно. Ну, я бы тоже на AirDru подал. Не, ну как бы AirDru, без проблем. AirDru у нас уже вот он. Не, это типа, ну, я их просто сролил, как на офф-спек считается. Я спрашиваю, нет ли кого-то на мейн-спек. Мне на мейн 2 трофея надо. Я их сейчас... Вы меня присумоните, господа, любимые, дорогие, спасибо. Рос, я бы их сейчас одел бы на мейн-спек, пока ничего не взял. А я их возьму не скоро. А я бы тоже сейчас их надел. Вот почему я их надену. Не-не, так, вот их так не так. Всем сказали, ролят только те, кому действительно нужно, кто не будет Т4. Ну да. Ну да, типа, если это, то просто мы поролили, вот я их выиграл, если бы все ролили. Ну да, а сейчас, если никому а не нужно... А сейчас я, типа, ролю на офф-спек, типа, если кому-то нужно именно по тому приору, как мы забирали в первом рейде. То есть сначала AirDru, ретрики, типа, а потом все остальные. А сейчас тогда просто ролим. Ну да. Сумма 0 там, вроде, да? Все-все здесь, фикси. А, есть, палка нету. Литл нету вроде, да? Ну, точно. Молодой человек, а вы не думаете мне кое-что отдать? Не смей, не отдавай бы ничего.
По-моему, я тебе ГП передал, и все нормально. Все устраивает. Самое главное, передал, и все. Правильно, а что еще? От души, как говорится, нам. Зачем ты еще в рейды ходишь? Я не знаю. Ну, чтобы за компанией так, для души просто нет. Ну, вообще-то, да, типа, мне просто кайф рейдить с пацанами нормально. Ой, слушай, Фикс, отведи их подальше от нас. Тут на горе приходится стоять близко, а не уешат. Во, отлично. Там вы спали наполовину. Это не ври, у меня один только. Тыкните. Да, это мягко, алло. Ой, осталось пояс. Оптикс, а у тебя десятка ОНИ закрыта? Осуждаю, как бы. Получается. Все-таки задушили, да, ВДКшку, смотрю? Понятно. Ну, типа, этот, без лута, до свидания. Ливнул. Рос жестокий стал, блядь. Как в школу пошел, блядь. Просто не знаю, что ты, блядь, на этого хочешь. Ролить. Нихуя не падает. Я бы голову с этого забрал бы. На чё, кольцо на танка? Ну, кольцо на танка, да, классное. А чё, получается, даже ни одного рецепта не выпало? Вообще. Бред какой-то. Ну, в первом рейде насыпало, это нормально. А что там нападало? Ну, рецепты на кожу, на кузню и на... И у меня, кстати, кузня есть, если что, я не знаю. Там, может, нам списочек какой-то сделать в этом, в информации в гильдии? Зачем? У кого что есть, да. Почистим, наконец-то, от всех, кого мы туда набирали. Ну, и да. Можно будет смотреть спокойно уже через профу. Тут 10 тинов моих. Все без проф, да? Ну, кикаем их что-то. Не все, нет, у меня у Ретрика 2 профы, у Роги 2 профы. Ну, так да, у меня на 3 профсах получается суммарно больше проф, чем у тебя. Ну, у меня еще. Ну, да, получается так. Ну, бля, докачивать буду. Получается, вот этот плащик на ФДК сейчас бисовый, да? Наверное. Хорошо получается. Дракончик сыгрался. Причем один. А они тут всегда по одному. Так, у кого-нибудь резня 2 есть в гильдии? Что? Резня 2. 165 АП. Да. Только новая резня. Называется, ты неделю дрочишь новый, старый остров, потом чарку получаешь. Интересный фильм. Оружие. Наложение чар на оружие. Резня 2. Или резня ЛЛ. Как удобно. Почему в АФК я здесь? Кто тебе сказал, что я АФК? Шаман, накиньте к тому. Блин. Забайтил. Шаман, накиньте. А, это с наложением вот эта вот фигня прилетела, да? Рома, накиньте в танку. Сейчас все сделаем. Так, сдержал просто... игроков. Не все фразы еще знаю. Хорошее окончание вечера, я так сказал. Фикса танчат босса, потом уходит на маленьких дракончиков, а Исполин ловит больших. Ух ты. Здравствуй, лаги, да? Ну, у нас 24 там, ДКшечку. Да, Соло задамажит, все. Я ж об этом ждал, лаги. Да, да. Когда я уже свою заберу вторую. О! Со стула упал. Ага. Зато здесь весело. Рос. Фикси, как у тебя КПП закончились? А, ты переоделся, понятно. Рос. Что? Прием. Пошли. Давайте добавим только ставлю. Скажешь там чё? 4, 3, 2, 1. Я всем 30. О, так отводишь его далеко. Вот как тут дамажить, если вообще... Да, вообще я тоже из спинжа вышел. Бежишь за боссом, блядь, пытаешься надамажить.
Потому что непригодные для труда условия тут вообще. Вообще, увольняемся. Так, не бейте, пока не поставят, не откатывайте клинки. Неплохая тактика. Что ты мне что-то не откатывать? А с ДПСом кто гнаться будет? И чё это такое? Ну, он, блин, сейчас обычно назад попался. Я и не понял, что это было. Испугался Фикси. Типа, ну нахуй. Звери, машина, убийца. Вообще мы, конечно, ебланы. Нам нужно было давать Геру с пула. Не, на взлётке надо. На взлётке смысла нет, у нас, блин, 3 РДДшника. Смотри, 16, блядь. В смысле, 3 РДДшника? У нас на туре 3 РДДшника всего? Нет, у нас 6. 6 вижу, да? 7. А, вон там еще Геру, Литл. Геру сейчас. Да, вот именно, пока бежишь, можно ее хорошо подамажить всем, и великами нам. Хуй его знает, она резвая, блядь. Уязвай, бегите быстрее, я паладин мушевал. Блин, токсик на эрозе, блять. Так а че они притворяются? Притворяются ханты. Хо-хо-хо-хо-хо! Неморок! Да бля, что за лаги, нахуй, сука, не могу ротацию нажимать! Да убитых уже драконов этих маленьких. Стараюсь, видишь, уже. 12 тысяч, не могу больше. Медики, большого бейте. Чего вы маленьких этих трогаете? Круче. Они и так сдохнут. Согласен, вон 15 тысяч. Дайте ему время. Медики, ушли. По-моему, мы не успеем. Угу. Мы не успеваем, да. До берсы? Да. Угу. Дыхание это 7. Я. Смотрим, как она будет. По диагонали. Отошли, спрятались. Да, диагональ. Дыхание, все разбежались. Из центра вышли. Садим, внимание. Мальки ушли. Вышка. Они на 30 разве? Большой успех. Нет, на 40. Да, фаза 3. 4 больших. Все РДД играют в стража, все милики играют в большую. Ну, вот рейд, отверните стража. Кто 40? Мела, раскол, что мне сделай. Второй танк упал. Собрал, все, дебили. Поднять? Так, БР. Карас, БР Кару, Кару, БР Исполина, Исполин, БР Нарзика, если есть. Я что-то увлекся. Ничего, ничего выучу, можно сказать. Исполин есть пекарь этого друида? У меня есть второй персонаж. Все, протест БР Войда. Милики набрали макс дистанцию от Они, под задней лапой, макс дистанция. В левую лапу. В левую становитесь, мелики. Танка почему-то поворачивает вправо. Тотем, как каст. Давай, кидай. Типа тебе каждый раз нужна тотема обдавать. Идеально, есть стать. Стоп лук. Карась инер по себе. Бля, протестовый, что умер. Ну, слушаешь. Синий джагает. Я понимаю, меня РДДшника под морду они ведут. А что, сейчас не ставится аспект на бег? Нет смысла, убегаешь далеко.
Нужно где-то стакнуться РДДшником. Все стакнулись к печеньке. А что, тотемы эти, лежат шаманы? Да, лежат. Да, на человек 2. Может, тогда кто-нибудь из хантов дух стаи подрубит? Нет, нет. Нет. Зачем? Просто... Чтобы мы убежали через полкарты? Чтобы да. Так наоборот, там кот сует, и ты никуда не бежишь же. Но не факт, что у тебя кот снят прям четко. В этом как раз таки... Вот меня вообще сейчас ни разу не ударило. Угу. Да. Ты просто главное, убегаешь. Чтобы танк не стоп, повернул. Вот. Полставай на ТСС. Давай, Карась, поднимай этого Фикси. На тебе. Значит, поднимай чем? По ХП, а теперь Исполина. По фулу танчишь. Ой, хилишь Исполина. Услышал? Mm-hmm. Ты соло хил сейчас. Привет. Не помогай его хилить. ГГ снип, гим на ХП. ГГ снип, гим на ХП, закаспай. Нет, стоп, уже не надо сейчас. Уже закончил. А, слушай, меня нет, кто-то отображал. Понятно. Вот и ханты, теперь через вас поедем. Нет, уже нет, там уже все. Кто ханта? Вот что, блядь, 500-ка. Ой, блядь. А если бы ты как не кикнул, их убили бы. А чё, спел два раза умер, что ли? Масс-рез, давай. Ой, блядь, точно. Чё я стал, ебать? Донта, ты, кстати, обузишь этот ФД на третьей фазе? А можешь делать с ним? Ты можешь падать в ФД, ты лежишь, и ты не можешь бегать в этом положении. Донт не обузил, вот и не добили. Вот гон, ГП себе начисли 400. Лёва, охуенный ДПМ. Она и выйдется? Да. Нет, она, по-моему, не выйдется. Вы что, серьёзно спулили? Да, не спулили. Масс резкий, типа дракона, блядь. А, понятно. Не, масс рез был нормальный. Это кто-то там уже начал двигаться неправильно. Развлекаемся, называется. И пойдите ее, все, заходите. У кого КДМ срез, заходите. Приковно, приковно. Какой-то не очень у нас сегодня тамада. Че тебе конкурсы не нравятся? Тараси лучше. Нравится. Типа конкурс с грулем был норм. Ну что, Бьёрн на следующем, когда придет, будет веселее. Так, спулбаунд, плечи поменять. Осуждаю. Флэш тоже, трансмог. Нет, нет трансмога. В следующем рейду, чтобы красивым был. Да, аэронологично. Войд, сейчас посмотрим. Войд, красоту наведи на себя. Красоту на себя открыть в следующем рейду. Главхил тоже. Голову помой там. Красивеньким стань, чтобы в следующем рейде не было страшно. Гудлик, ой, гудлик, литл. Аналогично. Я и так красивый заебал. Ты мне напоминаешь нашего Старлея, только пидора. Ну, слушай, это я. Интересная интерпретация, да? Выебайся дохуя на пидор. Да, обидно. Да это я не на тебя. А, ну ладно. Дон, гербовую накидку поменять. Прям вообще не в кассу. Вот снять ее. Ну, в целом, как бы, перчатки поменяй, не в стиль вообще. В целом, у меня бисовый трансмог так-то. Нет. Ну, блядь, у тебя вкуса просто нету. И вот этот совет, какой-то человек раздает совет. Да нет у него вкуса. У него даже паладин хуёвый. Понял. Так, Валк, то же самое. Что-то совсем, типа, сверху начал, снизу не закончил. Модный приговор в деле, блядь. Вы просто посмотрите на Невра, он ходит в накидке, блядь. Это стыдно, блядь, быть модником и ходить в накидке. Просто стыдно. Черный грудаков мне так симпатично. А еще советы раздает кому-то. Расскажи потом в школе. Стыдно. Петреса. Так, СС раздайте по Войду и Спеллбаунду. Какой Фикси побежал?
Ну, за страшное место какое-то. Да, это хуево. Надо вот где этот стоит, где сейчас главхи стоит, и там он танчит. Да нет, пускай там и танчит. Все, ты правильно все делаешь. Не дам поспорить. Нарцик фикси. Все, поехали, дебэм пул. 5, 4, 3, 2, 1. Гера. Да он там пошел трапы крутить. А как он молодец. Ханты, вы играете в Аниксе, не нужно ни в кого крутить. Да, я в Аниксе играю. Я просто траву поставил под них. Понял. Мы, конечно, не осуждаем, но больше так не делай. Чего мы не осуждаем? Я ж трапы не могу Аниксе дамажить, я спел есть. Так где это через него еще нет. Ну, уже нет. Я сначала с выхода их встретил сразу. Поставил под фикси трап, еще и на пул через нее отдал. Ну, ты, конечно, и дворецкий. Бам-бам. Я же вторую трапу не буду под них кидать. Ну, только так, если мимо пробегать буду, да? Ну, вот сейчас, например, она полетела, я чуть-чуть не поставлю. Дыхание по центру. 4%. Да, нет, там вышел парень. Дальше вышел. 2%. Я большого нега. Иди лови. Все, добили. Таунт. Суза, скинь агро. Дайте на пул, милите на макс дистанцию, отошли. Милите на макс дистанцию, под правой ногой, задней стоите. Желательно в одну куда-то точку. Карас, БР идеального. Голофила? Да-да-да. Понял. Стоп лут, Кару, БР, да, это мягко. Кару, Иннер в голов хила. Протест, БР, Неверлайна. Дал усас по голов хилу. Да, я дал усас по карасю, но держите танка по максимуму. Исполин на подхвате. Упадет. Протест Иннер спеллбаунда.
У нас фаер-аура. Фаер-ауру поставь сейчас, спеллбаунд. Или флешлайт. А лучше валк. Валк стоит. Разверни обратно дракона. Похоть танчик там нормально. Костер, спрячьтесь, если что, со спину к ним. Печеньки ближе. Да это чего же это ебанутый сложный босс? Ой, так мерзкий просто. Я бы его сравнил с Алгалоном. Хуено сравнение. Да не, Алгалон, все же. Как хуй с пальцем, блядь. Ну да, это посложнее, чем Алгалон. Блядь. Я пошел в мидзону. Все, пацаны, великая победа Альянса. Хуено много. Вот, наверх. Да давай заберу, блядь, не знаю. Нет, блядь, давай, похуй. Не, не надо. Пляжечка разыгралась, блядь. Да пизду, блядь, ГП лутать. Ладно, похуй, давай, заберу. Поебать. Как говорится, пока апаемся на всем подряд. Да, всем спокойно, сейчас начислю ЭП. А кто там супер клевый хотел пойти на этот? На супер остров. Я вот не думаю, что у них впадло. Чё там? Чё ты даешь так много ему? Ну, мне и арбалет. Это не считается левой рукой? Нет. Я ему, наверное, за пику, может быть, даже должен меньше дать, какую-нибудь половину. Ну да, это не main hand, но не суть. Нет, типа, я думал, это хуйня за этот, типа, за 150. Это вообще за оружие считается, что? Это, да, это, конечно, это же огнестрельное. А что там, паладина голова есть еще? Ну, в кару идем? По токену. Хуя себе, блядь, дна. К Бьорну. Да. Уже, наверное. Там будет, хотя бы. А будет, наверное, прошел уже. ЕПГП срез. Да, наверное, сейчас будет. На 20, да, процентов? Да, да. Да. Так, Роза, почему 1200? 1200 это фулл ЕПшки наши? Угу. Ну ладно, давайте тогда сумочка еще на 22 сота. Так, что мне нужно было купить? Бля, надеюсь, я нажал куда-то нормальный портал. Снова тыкаю порталы, не глядя. О, повезло. Так, а есть у нас кого-нибудь резня вторая? Все-таки. Голова Никси, кстати, нужна кому? Ты уже кидал на ро. Пизду куплю. Да, понятно, значит никому не надо. Так, Рос, ты срезал? Или срежешь? Еще не резал. Да срежу, срежу. Здесь на маге одну шмотку в месяц, блядь, на руку зашел, нахуй, дисплеора, блядь, две. Ролит, нет? Хороший вопрос. Чего? Мешочек с самоцветами. Это...